рубрика такого мастерней винил. Power Tech, электропила. Вот шпилечка. Ну такая, что-то она удлиненная. Это самодел. А теперь посмотрим, она здесь входит. Где же она выходит? А выходит она через масляный бачок. Вот офигенно! Это номер. Течи нету? Нету. Гениально! Ты, блядь, волшебник! Матюком только хочется загнуть, но не будем. Вот это да! Чудило! Чудесно, чудесно! Продолжаем рубрику. Рубрику такого мастер не видел. Принес нам молодой. Скользит, да? Хочет работать. Говорит, загорелась болгарка, 125-я, Black Decker, а диск-то 230-й. И это соотношение, зацените, ребята. Это он стертый. Конечно, болгарка загорелась. Сейчас откроем и посмотрим, что там. И без защиты. Конечно, какая защита. Открыли заднюю крышку. Что мы наблюдаем? Вот такое состояние статора. Сожжёг полностью статор. Если якорь еще под вопросом, живой он, не живой, надо тестить. Хотя навряд ли, вон, смотрите, ребята, на якоре вижу вздутие однозначно, вон обмоточка поднялась. Ай-яй-яй. Электропила винтэдж. Идем по шине, идем. И у носика что мы видим? Такого мастер еще не видел. Насквозь болт, здесь барашек. Не знаю, клиента не спрашивал, нахера это надо. Скорее всего, чтобы кожух защитный не спадал. Куда-то он бегает, наверное, за 5 километров внизу, вниз шиной смотрит, несет ее. Мастер еще не видел. Вместо того, чтобы поменять втулку, чтобы вал не болтался, одели вот так, отрезали какое-то колечко с трубы и типа патроном поджали его и типа уменьшить шат вала. Офигеть! Вот это инновация. Такое кулибинство. Вместо крольчатки обдува применили с консервной банки, нарезали байды. Здесь не хватило какого-то отрезка. Ну, мать его так, как говорится. Мастер впервые видит такую крольчатку. Если болгарочку на ремонт, говорят, не включается. Ну что, открываем. Ай, что-то такое бьется током. Заряженная падла такая. Открываем. Что мы видим? Отсутствие щеток. И отсутствие ламелей. Вот это их слезал, вот это пожрал. Уже фигарили, сколько можно, я не знаю. Что здесь поставили, какие щетки. Скорее всего, может, щетки не... Скорее всего, сюда зафигарили медно-графитовые вместо графитовых. Это все сожрало ламели. 100% вот это не да. Угольные щетки так электроп не съедут. Жах по-украински. Там какой-то не... Картокает. Добрый день. Хочу показать вам, что я сейчас из кулечка вытащил болгарочку. И смотрите, что здесь. Такого я еще не видел, мастер не видел. Как можно вот это такое накулябничать? Что это здесь? Здесь какой-то хомут, я не знаю, куда он. На руку вот так одевает, на запястье еще, чтобы не выпало. Здесь, вот здесь. Что это, без матюков? Какие-то клеммы, они уже повылетали. Здесь на алюминиевой проволоке. Это капец. Просто капец. Мастер такого не видел еще. Болгарочка 125.
А вот и мы видим, у разрыв пущен, разрыв, ой, этот, регулятора, оборотика, вот так вот. Зачетная вешалочка такая. Да, для инструмента. Так, так куда ты законнектишь? А вот это так припаял, ни к корпусу, ни к кабелю.